26-річна Аня. Ще зранку ця захоплена дівчина робила все від себе залежне, аби піти на сцену останню. І все для того, щоб не пропустити нічого цікавого і побути якнайдовше у касці за назвою X-Factor. Сначала была интрига, очень интересно, что, как вообще происходит, ура-ура, наконец-то. Потом, так, надо приготовиться, надо быстро распеться. Был настрой, такой настрой. Потом было наблюдение. Это же будет, да, впечатление на всю жизнь, знаете. Буду бабушкой и внукам рассказывать, это так здорово. За все своє життя Аня жодного разу не зрадила дитячої мрії – бути відомою співачкою. Однак так близько до її здійснення, як сьогодні, дівчина ще не була ніколи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аня Хохлова. Ань, споете что? Ариана Russian Roulette. Шикарно. Можно? Хочется, да? Хочется уже мясо, давай. Спасибо.
большое. Ну, я думаю, что здесь все абсолютно понятно. Но все-таки каждый из нас, из сидящих здесь четверых перед вами, захочет высказаться. Ужас. Ну, в смысле, класс. Я зрозумів, що ми в Донецьк приїхали не даремно, тому що я особисто отримав колосальне задоволення. Так. Спасибо большое. Я в восторге, безупречно. Я говорю «да», естественно. Спасибо. Спасибо большое. Я под впечатлением. Не могу. Нет слов у меня просто. Будто я побывал на концерте. Где вы были раньше? Я говорю вам да. Это действительно так. Прекрасный апофеоз Донецкого дня. Браво! Донецк по-прежнему не гонит порожняк, вот что я хочу сказать. Большое вам спасибо. В общем, добро пожаловать. 4 да. Welcome. Спасибо. Я так рада за тебя. То есть мы еще увидимся. Мы обязательно увидимся в лагере. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Умница. Спасибо. Молодец. Ты молодец. Спасибо. Поздравляю. До встречи, девчонки. До свидания. Ух, знаете, какая купа. Купе знаю. X-Factory. Наступ.